Здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить The Wolf Among Us. Да, ну не игра Among Us, а просто The Wolf. Да, ну похуй, короче. The Wolf среди нас, да, мы, блин, в прошлой серии довольно-таки много прошли. Что-то зеркало увидели, вот, какое-то, бля, ебаное. Вот. Лампу Аладдина увидели, да. Ну и, короче, ищем преступника одного. Мы же играем за шерифа, правильно? Правильно. Поэтому, надеюсь, в этой серии мы с вами его найдем. А кто не видел в прошлой серии, там, ну, наплыли ссылочку в описании, либо в верхнем и правом углу. Да-да-да. Там подсказочка вылезла, например, на прошлой серии, наплыли, в принципе, тоже. Вот, а еще в описании найдешь ссылочки, да, на все соцсети, да. Ну, и пока я что-то говорю, можешь лайк уже поставить, подписаться, пожалуйста, и поставить колокольчик. Можешь комментарий написать по желанию, если хочешь. Заранее спасибо огромное тебе за это, реально, спасибо. Вот, поэтому, ну, Саш, поудобнее, надевайте пледик, при этом сидите кушать, при этом чайпите, кофе пить или просто питья воды. Приятного просмотра, а мы начинаем. О, привет! Квартира дровосека. Рано утром. Закончилось тем, что мы выпали из окна, и я поднялся в машину жаба. Да, уж не погоди, нужно. Да, поднялся, если выглядит еще хуже. All right, son. All right, he's gone. He's left. It's over now. Кого, блядь? Чего нам? Пошли потихо, чё. Это его сын? Тодс? Жаба? Думаю, да. Будь повежливо, ладно? Эй, Тодд! Эй, Жаба, ты дома? Big, sorry for dragging Miss White into this. What's going on? Что происходит? What do you mean? Nothing's going on, Bigby. I don't know what you mean. False alarm is all. Sorry. Пиздит как бешен, ёбана. Is your son in there? Ваш сын. He's fine, Miss White. В порядке, Miss Нежка. Он сдрал с ногой. Better swimmer than Walker, just like his dad. Wanna... Хочешь? So, I guess you'll be taking off now. Можно идти. No need to hang around here anymore. I mean, I'm sorry you came all the way here for nothing. But it was nothing, really. Someone was here. Something's going on. Кто-то был наверху, и что-то здесь не так. So this trip wasn't a complete waste. Как-то оправдать наше потраченное время, я смотрю, немного почему идти. Okay. Ладно. The longer you talk, the longer this takes. So just stand over there and shut up. All right. I just don't want to waste your time, is all. Have a seat. Have a cup of tea. Whatever you like. Пиздит. Пиздит, пиздит, пиздит. TJ? Are you all right? There you are. I don't mean to intrude, but Flycatcher said you had a pretty awesome insect collection, and I was wondering if you could perhaps let me see it? It has a weevil. Cool. Just mind the upholstery while you're looking for nothing. Yeah, sure thing. How'd this happen? Как это случилось? Fucking hell. That thing must have fell off the table. Ну вот так. Вот как лампа взяла и свалилась. All the boy was faffing about, playing salt and saltfish. Who knows with the lad?
пиздобол. Your lock's busted. Еще дверь сломана, все развалилось на глазах. Чувак, дверь сломана, как будто бы все захотели применить силы. Боже, это дверь уже поменяли, как сломалось, дружище. Все, я понял, этот дом весь, у меня всю кровь выпьет. Ну, пиздобол. Ну, ты скажи, что ты пиздишь, блядь. Ну, бля, он пиздит 100%. Я вам базарю, ребят. Да, пока сделаем вот так вот, нахуй. На всякий случай, блядь. Ой, не то. Пока сделаем, блядь. Только сделаем вот так. Так будет попроще хотя бы. Но он пиздит. Я тебе базарю, он пиздит. Чё изменилось, блядь? Он пиздит 100%. Опа. It's just some wood rot. Not mold or anything. You bleeding? У тебя кровь не идет. Why? Is that? А что? Still fresh. Еще свежая. Oh, well, ну, cut me end. Как баба. Ran around like a pit trying to pick out a rap. Must have got вот some on the furnace. Sounds painful. Ой, don't you go mavering. The wound didn't sit very long. Он просто затягивается, как сам знаешь. Не плохо все-таки будет с казанием и жабой. And a frog. Да, мальчик, сейчас ты без добольства нахуй поедешь, ебать. В Сибирь нахуй. Ой, что? Сожидаем. Опа. What is it now? If it's blood, you know what happened. There's marks here on the windowsill. And what's that about? Что на это скажешь? No real reason. Все очень просто. Just last night when I'd come ночью, out, когда я вышел, I was in a downright dizzy, mate. As you would be. And I plumb forgot the keys to this place. And I had to climb in through the bloody window. Really? Да неужели? Scared Junior off to death. До смерти ребенка меня что там не напугал. Пиздобол, ёбана. You heard the new Shaken Stevens album yet? If you're gonna say something, out with it. You don't have spares? Separate key under the mat or something? In this neighborhood? Are you off your rocker? If it ain't chained to me billfold, the mangy rats will take it away as soon as they catch a starlit twinkle. Mm-hmm. There's a mark over here, too. Тоже какой-то след. What do you mean? Мистер. There's a clean space in the dust over here. Oh, maybe one of Junior's toys or something? I mean, who knows? Какой-нибудь из игрушек. Да, блядь. Okay, Sheriff. Now what? Теперь-то что? Broken lamp used вам to be here. Прочитала здесь, right? Верно? Просто скажи правду. Tell me what happened. Nothing happened. Ничего здесь не было. Nothing. And why did the lamp have to be there? Of all the blooming pointless inquiries. It's my own place. Don't you think I'll know what happens in it? Because the lamp was always over here, Toad. It was over here, and now it's there. The space in the dust там is from where you look. Oh, I did some refiguring. Who fucking cares? Bloody hell, mate. Черт, come on. Get off with this. Ты пиздобол, ты в курсе? А я таких не люблю. Давай попиздим, давай, что ты там? I think my junior has a crush on you, girl. I know something's off here, Toad. Я знаю, что здесь что-то не так. I know you know, что знаю, что я не могу тебя пока не пойму, что здесь происходит. Так что, может, перейдем к делу, пока мне не пришлось применять силу.
I don't know what you want, Bigby. There's nothing going on. There's just nothing to tell. Look around the room and see for yourself. Everything has its explanation, you'll see. Honestly, Toad, I don't know if I will. And I don't know if I've got the patience to reverse engineer whatever scheme this is. Big boys in the other room, Bigby. Come on now. We're friends, right? I mean, I called you here. Can't we just start over? Jesus! You're gonna tell me right now what the fuck happened before we showed up. Bigby, it even has the faintest whiff of bullshit. I'm gonna... Dad! Bigby, is this really necessary? Oh, he's hiding something. Что-то скрывает информацию или какую-то вещь, но больше в игры играть с ним не собираюсь. Dad? Папа? Oh my God. О, боже. Take off your hat. Сними шляпу. Bigby. Bigby. Это не он. It was that. Это был тот дуболом из близнецов Труляда и Трагара. You've got to strip them down to the Johnnies before you can tell which is which. They come barging in, screaming at какой-то вещь, которая есть в дровосеке, или он только думал, что есть, не знаю. Он перевернул все времена, он сбил меня, когда я сказал, что у меня ничего нет. Если бы ты пришел тогда, когда я просил, может быть, он бы не успел ответить мне. Он сделал больно жабу-младшему? Какой ужас. What the hell does he care? It's always the same with you, isn't it? Дело делается, да? Если бы я видел, мне нужна помощь, если я прошу приехать, тебе приходится везде летать. А если бы он отправил, что ли, ты разная? Я стал чувствовать себя ничтожным, знаешь? Я еще много кто. We're sorry, TJ. Really. What was he looking for? Что он искал? Понятия не имею, шериф. I would have told you. I wanted to, really, I did. Я хотел, правда, but he said if word of this ever got но back, он сказал, что если узнаешь, что я проболтался тебе или мне, что вернется, убьет моего сына. Я же попытался отдать этому ублюдку ее накидку. Кто взял? Чью накидку? Девушка. Dad borrows things папа иногда одалживает вещи у жильцов. Ну, sometimes. Я не знаю. Я ничего не хожу. Может быть, ты удивишься, кто... Да, это я просто собираю то, что здесь бросили. Well, we'll be что ж, мы забираем накидку, если у нее есть родные или близкие. All right. Ну ладно, принеси им накидку. Fine bit of dress, так, это неплохая одежда. Нихуя, блин. Ну, на улице я бы в таком не вышел. Wait. Подожди. It's an envelope. Это конверт. Ну конечно, не Ulysses отдал вам карту, ведущую сокровища. It's addressed to Prince Lawrence. Адресовано принцу. What do you want to do with it? Что будем с этим делать? I'm sorry. Прости, Faith. What could she have been sorry for? I don't know. Я не знаю. Maybe Lawrence does. Знает. Well, it's been quite a surprising day for all of us. Это день, не правда ли? Я бы проводил вас, но боюсь залить кровью квартиру. It was very nice talking to you, TJ. Спасибо. See ya. And don't worry about what happened. Не переживай, случившемся, просто постарайся забыть, ладно? Feel better, okay? Boy, am I glad that I хорошо, что you. Я вас позвал, Господи Иисусе. Christ. Next time, just go раз можешь приглядеть в цокот копыт, если ищешь дровосека. I'll be honest, Bigby. I don't really know how to feel about what happened. We got what we came for. То, зачем пришли, information. He'll be honest. С ним все будет нормально. Ну не злись ты, ёбана, блядь. So, возьмем такси? Sure.
I can only go to the trip. Мне все равно больше некуда идти, кроме как в цокот копыт. Not because of what Только потому что жаб так сказал. Hopefully the woods Надеюсь, there. Надеюсь, там. А если не он, то хотя бы кто-нибудь кто знает, где его можно найти. It's my best lead. Это наш лучший вариант. Our only lead, really. И единственный. When he put it that way. И не поспоришь. Ще ёбнешься, блядь. Every time I think I'm getting a handle on what's going on, понимать, things just get more complicated. It feels like Такое чувство, we're always что a step behind. Позади. The woodsman is the only lead we've got, and he was one of the last people to see faith alive. Getting some answers out of him will start to clear things up. I hope you're right. Надеюсь, что ты прав. Bigby? Bigby? Be honest with me. Будь честен со мной. Как ты думаешь, кто это сделал? Did this? I know it's still Я early, знаю, что еще рано, но... I just feel a step behind. Промолчи. Это неприятное чувство. I can't tell if you не don't могу know, сказать, если ты не знаешь, или просто не хочешь говорить. Say. Пока мало зацепок у нас. I wish there was. Хотел бы я что? Хотел бы я что? Sorry. Прости. Go ahead. Продолжай. I didn't mean to cut you off. No, it's. Просто. It's nothing. Да ничего, я просто. Just... Что ты ходишь? Да? Что, блядь? Ждем, нахуй. Принимаю внимание, все сегодняшнее. Есть много сказаний, которые живут хуже, чем я предполагал. Мы уделяем так много внимания жителям Вудландса. Забываем, что тут есть целое сообщество, которому нужна помощь. Теперь, когда они докатились до проституции, хотел бы я, чтобы можно было что-нибудь сделать. Я думал, что дела обстоят не так плохо. Crane runs things his own way. You're doing your best. Ты делаешь все, что можешь. It's all anyone can do. Никто Obviously, you don't know what I do. Очевидно, ты не знаешь, чем я занимаюсь весь день. Сейчас я смотритель, слежу. Making sure none of these disenfranchised folks are. Как он говорит, ты что-то там нахуй. Ты это исправишь. Я не знаю. Это просто неверная система. Сказания, которые идут через черный ход, вроде синебороды, у нас есть время в мире для них. А если я попробую войти через парадный вход, через соответствующий канал, прося о чем угодно, о помощи, что ж, на тебя всем будет плевать. Грустненько. Сейчас дела обстоят хуже, чем когда-либо. Ну, это неправда. Right. Верно, бывало и похуже, но не намного. Может, это не для меня? Я думал, государственная служба не проста. Ты должна держаться. Много сказаний отказались бы от многого, чтобы быть на твоем месте. Я думаю, что легче изменить что-то изнутри. Ты ведь говорил мне, что перемены происходят внутри? Конечно. Не ожидал слышать такой совет от тебя? Я полон сюрпризов. Ну, блядь, понятно. Думаю, стоит разобраться с этим самостоятельно. О, бля. Yeah. Да, согласен. Бигби. Бигби. Я просто... Будь осторожен, пожалуйста. Be careful, please. The same goes Ты тоже. I will. Хорошо. Понятно, запала, да? Запала, влюбилась. Ну, понятно. Ну шо, let's go, мужики, бать. Нам пора идти.
дальше работать. Бар, цокот копыт. А ну-ка. Даже интересно. Нихуя. Опа, блять. What do you want, Sheriff? Что тебе надо, шериф? I'm looking for the woodman. Я ищу дровосека. Well, he's not here. Ну, здесь его нет, так что можешь проваливать. Look, слушай, я не собираюсь спрашивать тебя, где он сейчас, ясно? Я просто хочу узнать, когда он был здесь в последний раз. Вот и все. Who? Кто? Я веду себя хорошо, так что давай попробуем еще раз. He hasn't been here for a few weeks. Его не было здесь уже несколько недель. No, maybe. Нет, возможно. Я не знаю. Yeah, ну да, его здесь уже давненько не было. Да и был ли он здесь вообще? Я не знаю. Ты что-то скрываешь, ебать. Does he tell you when to close too? Nope. Нет. И он не говорит мне, когда сказать тебе иди нахуй. А, ебать, да? Ты уверена нахуй? Он постоянно клиент. Не понимаю, о ком ты. Вон, с лысиной бородой. Never seen him. Никогда его не видела. Сучка, блядь. Это чьё? Того, кто ушёл. Блядь, это знаешь... Ну, все, хватит. Просто скажи мне, где он. Я же сказал. Не знаю. Блять, вот это знаешь то же самое, что говорить, блять, знаешь, ты, прикол есть такой, типа, говорит, ты окно закроешь? Нет, блять, я нахуй его сейчас нахуй просто откручу, блять, знаешь, такая тема. Окно открыто, ты его закрываешь, он говорит, ты что, закрыть окно хочешь? Нет, блять. Просто, блядь, полюбоваться на него, ебать. Многие уносят с собой. Yeah, это называется рекламой. Получил возмещение. Да пошел ты, слухи быстро расползаются. Хорошо, блять, хорошо. Damn. Черт. Давай разгадай загадку для тебя. Это вредные яйца. Я знаю, что это. Я просто пытаюсь понять, как кто-нибудь может их есть. Не смогу этого насолить. Если я сяду там, не придется кричать, чтобы разговаривать с тобой. Но я не люблю повышать голос, когда в этом нет необходимости. Будешь что-то заказывать? Или ты пришел, чтобы доставать моих клиентов? Ты понимаешь, о чем я? Дай мне Midas Gold. Лимон нужен? Конечно. Думаю, в Эрнис по улице он есть. Думаешь, это смешно? Yep. Это пиздец как смешно. It was all right. Да, неплохая шутка ушла. This is serious, Holly. Harboring a fugitive is going to get you in as much trouble as he can. Такие же неприятности, как и он. Можешь что-то потерять. Опа. Ну давай, ёпта, выходи. Добрый вечер. А что это значит?
saved your beer for you. Присмотрел за твоим пивом. Холли хотела выбросить, но я сказал, нет, он вернется. Вот и здесь. Now here you are. You and me. Мы с тобой ругались уже несколько сотен лет. Я устал драться. I'm through fighting. Well, Woody. Я тоже дровосек. You're in luck. Тебе повезло. Я решил пересесть. Слышь, ёбда. Последний стоп положил мне на руку, на меня руку, с топором в башке. Я последний, на кого я положил руку, оказался в могиле. Все нормально, Грэн. Чё, блядь, нахуй? Ты шо, ты? Сюда иди. Сиди, ёпта. Блядь, свернул игру. Охуенно. Сидит, ёпта, блядь. Чё ты ещё, блядь, вообще охуел, блядь? Хочу побазарить с ним. Забавно, еще минут назад, похоже, никто не знал, кто ты такой. Тебя-то все знают. Большой и страшный серый волк. Теперь я плохой парень, а ты, шериф. И что это за мир такой, а? Ну же, дровосек. Ты знаешь, о чем я здесь? Похоже, знаешь, что произошло. Ну да, кроме всего прочего. Забавно. Как только дерьмо не сделаешь ради денег. Я ходил мимо ее дома несколько недель. Она этого не показывала, но у нее были деньги. Я был уверен в этом. И она не смогла бы сопротивляться. Я собирался грабить ее. Осуждая, и в ту ночь, когда я наконец решился, там был ты. Гребаные неприятности преследуют. Там есть не в то время. I wasn't there to save her. What are you talking about exactly? Red Riding Hood. Красная жабочка. Ее бабушка. Я собирался их играть. И когда я вошел, там уже был ты, лежащий в кровати. Up, you were already there, lying in the bed. I only saved her because. Я спас ее только потому, что она дала мне вознаграждение. Она дала мне ничего. She didn't give me shit, except a bunch of people thinking I'm something. Которые понимали меня. I played along as I could. Only thing I managed to get from it was a free drink every now and again. Спасибо. Not a good that did. Did you kill Faye? Что, Вера? Кто это? The girl you were beating on this morning. No, no. Нет, 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 нет. No, no. I was here. I swear. Doesn't look good when a girl you're just smacking around shows up dead. Hours later. She's dead. Она мертва? Слушай, кусок дерьма, да, я это знаю, я убил эту девчонку, да, но не должен был, но я не убивал, ты же веришь, не да? Они же взяли на меня, Бигби, как ты и сказал, это выглядит пиздец, как плохо, очень плохо, но я не делал этого. Но он был здесь. Это правда, шериф. Видишь, Бигби? Пожалуйста, ты не можешь. Они бросят меня в ведьмин колодец. И на это не сделают. Я же этого не делал. Ты это знаешь. You know that. Hey, stop! Прекрати, я не хочу. Shut the fuck up, Woody! Все дело не в тебе, дело в этой грязной собачке. Она приходит, вынюхает в эту часть города, тогда, когда богатым. Ублюдкам из Вулденса нужно завести следы, не так ли, Бигби? Собачка? Серьезно? Страхольдовая пропала, и все настали бумажные влаки, так вот ожидания. И еще та сучка Снежка, которая не смотрит в глаза, потом выставляет за громную дверь. Бля, не успел, ладно. Я тоже могу рычать. О, ладно. Ты что за хуйня, блядь? Ты же так не ушел, когда еще мог. Да ладно, ты должна мне. Не беспокойся. Не
На, ебать. Чё, блядь? Ебать, кто нахуй вообще? Опа, отсосал, блядь. На, ебать. Отсосал, нахуй. Сразу же, моментально отсосёшь это. Вон, нахуй. Ебать, кто ты такой, блядь? Это тролли, блядь, и шо? О, блядь. Нахуй, сам просился, блядь. Ну, хватит. Хватит, блядь. Не хватит, ебать. Вот теперь сейчас хватит, блядь. Я собачка, да? Апорт. Ты ебала, чё дальше? Ну вот, блядь, нехуй, блядь, выебываться. Блять, мы просто уже попиздеть, блять, а он нахуй начал, блять. Сейчас самое интересное, первый раз, когда мы видим его в полном обличье. Виски. Виски. Дабл. Двойной. Все, он обратно, блядь. Все обратно превратился. Shit. It's not like you were gonna pay for it anyway. Don't even think about it. Is this the type of treatment I can expect if I let you take me in? No. Нет, если вы будете спокойно, то я буду здесь с уважением. Если выяснишь, что это ты убил девчонку, что за... Ты знаешь, что это означает. Так, у меня есть сотня баксов для того, чтобы сказать, что это девчонки по имени... Блядь. Добрый вечер. А что это значит? За кем будем бежать-то, блядь? За дровосеком? Или за этим? Ну давай за дровосеком, похуй. Да-да-да, за ним побежали. Это мы еще найдем, блядь. You said you wouldn't hurt me. Не будешь бежать. А ты сказал, что не побежишь. Guy's covered in blood and you let him go? No one asked you. Come on. You're under arrest. I didn't do it. And you got nothing to worry about.
Вы скажете, ребята, что такое жестокий, и, блядь, не это игра. Осуждаем нахуй. Все, что происходит, мы осуждаем. Осуждаем такое, да. Пиздец. Do anything stupid, что ты выкинешь? Throw you down the witching well myself. Что ты выкинешь, я звучу тебя в видим колодец. Ладно. Не-не-не-не, мужик. Только не говори. Красавица, что все, ей тоже. Что-то с красавицей? Снежка, блядь! Охуеть! Ну, а здесь нечто, чем большое. Кто еще в этом замешан? Девушка с накидкой. Где остальные? Serial killer. О, мой! A serial killer? Господи. И он один из нас? Wait, the big fat guy still walking the streets. We've got to put a lid on this. If you can't manage it, I'll find someone who can. I found out where she's been staying. I know she's here. You must have seen her. What are the two of you hiding? Thanks for not saying anything. Doesn't matter. Неужели это имеет значение? Может, просто холодно гадать? Мы можем это устроить. What did you do, friend on friend? At the end of the end. Jesus Christ, Bigby. Is that you? Иллюзия. Я в шоке, ребят. Честное слово. Блять, жалко, прикинь. Вера и Снежка. Кто это сделал? Кто? Охуеть. Кто это сделал? Это, блять, вопрос. Бля, ну понятно было, надо за ним было бежать, скорее всего, хуй его знает. Сука, я тебя найду, тварь, нахуй. Ну, дровосега мы просто больше бы не нашли. Мне так показалось. Да. Это да уж, пиздец какой-то творится, ребят. Охуеть. Да, интересно, вот кто. Мне интересно узнать, кто это будет в итоге-то. Кто в итоге это будет? Выйди, ёбана. Да, в книге с вами почитаем, что тут у нас нового появилось. С тобой. Во. Какие-то вот. Ну, мы, как наш главный герой, блядь, в каком-то зверском состоянии, но не прям жестком. И вот еще два. Угу. Владелец бара Цокот Копыт. Холли из деловых троллей, она владеет баром Цокот Копыт. Под чарами она выглядит как человек, но ее постоянный клиент знает правду. Холли хорошо заботится о своих клиентах, часто жалеет бедных сказаний, но ненавидит правительство Фейблтаун за то, что они ничего не делают, чтобы найти ее пропавшую сестру. Бродяга. Грендель просто хочет, чтобы его оставили в покое. В прошлом он терроризировал норвежский медовый зал, а потом просиживал в унылых
барах Нью-Йорка. Он ненавидит звуки Гордо, но должен работать, чтобы покупать чары. Несмотря на его мерзкий характер, он верит некоторым людям, которые могут дать ему пространство удовлетворить его желания. Общаться с ним, как наблюдать за отсчетом часовой бомбы, это лишь вопрос времени. Мисс Бигби. Давным-давно в родных землях северный ветер влюбился в ослепительно белую волчицу. Приняв волчью форму, он ухаживал за ней и оставался с ней два сезона. Однако ветер по своей природе должен менять направление, темперамент ветра вернул его в ледяной замок, а волчица стала с разбитым сердцем, и вскоре после этого она родила нескольких щенят, в том числе того, который в будущем станет большим и страшным серым волком. Несмотря, как его мать умирает от печали и неразделенной любви, юный Бигби поклялся отомстить северному ветру. Семь раз зверь приходил в замок, но так и не застал там отца. Отомстить не удалось, и он поклялся себе не вспоминать больше о умершей матери и отвратительном отце. Но ненависть вряд ли можно забыть. Интересно. Выбрали какая что, блядь? А, ну это, блядь, только что. Бля, ребята, вот такая вот серия получилась. Первый эпизод. Первый эпизод закончен у нас. Блять, все очень запутано, но... Короче, я сейчас главное подозрение на вот этого, блядь, тра-ля-ля и тру-ля-ля, как он там, вот в крови, который зашел полностью в крови. Ну, может, кетчуп, я хуй знает. Ну, короче, надо было его, конечно, хватать, я думаю. Но, бля, мы схватили дровосяка, потому что дровосяка мы потом хуй бы нашли, я думаю. Хуй бы его нашли, поэтому я схватил дровосяка. На всякий случай. Вот. В принципе, все, ребят, спасибо за просмотр. Да, первый эпизод пройден. Блин, все очень запутано, но игра очень интересная, мне затягивает. Надеюсь, вас тоже. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вам не сложно, мне приятно. Заранее спасибо вам, если вы это сделали. Вот. Напишите комментарии по поводу вашей серии, как вам, как игра, в принципе. Проходили вы или смотрели прохождение, или нет, или вам также интересно. Напишите мнение об этой серии. Блин, очень интересно почитать будет. Очень... Интересно ваше мнение на этот повод. И очень я всегда читаю, очень интересно будет почитать ваше мнение вообще, в принципе. Так, а так, в принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях.